Жамбылская область присоединилась к акции «Таза Казахстан». В регионе провели масштабный субботник. На уборку вышли все неравнодушные. По предварительным подсчетам, это около 16 тысяч человек. Люди взяли в руки лопаты, грабли, метлы, навели порядок в своих дворах, очистили парки, улицы. В общей сложности вывезено примерно 300 тонн мусора. Активисты также помогли пожилым людям на приусадебных участках, сделали уборку в домах и приступили к посадке деревьев.